Вы железной дороги, как это председатель нам сказал, он был у них в Новотроицке. Там у них, не знаю, какое-то отделение там. Он был у них, но они точно сказали, что мы будем это смотреть, будем там, как он мне объяснил. Смотреть, у нас и денег на это нет, в общем, проще все. Ну, нам проще закрыть, они закрыли все. И как бы... Мол, закрыли в начале июня, вот уже конец июля, да? Вот уже практически два месяца. Ничего. Все. Ничего. А скоро зима, и тогда будет. Вот единственное, мы должны приехать, когда я еще в ГАИС езжу, к самому лучнику, вот, в главе. Что тебе это глава ГАИСка, потому что... Земля Гайская, два карьера Новотроицких между этим мостом. И вот у них там сначала споры были, кто должен ремонтировать. Это частный карьер, вот этот. Да, частный это карьер, это был как бы карьер это государственного в свое время силикатного завода, сейчас силикатный завод. Он тоже частный, отсюда песок не берут, и в общем встал в тупик, не знаю, что будет делать. Не обязательно, здесь было чугунное ограждение, которое, ну, хорошее такое. Не обязательно постановить, как делают обычно стойка, трасса пропускается, трос. Толстый тросов можно найти, по-моему, в любой организации, которая уже не год. Поселок полностью прилет. Дом отдыха вот сейчас не работает, но все равно люди ездят. Нет, ну там проще, же построили дома, да, там же ездят. Да, там же ездят. Так же ездят. Да. Так же ездят. Все ответ. Нам предлагают проезжать через, значит, выезжать и через Новотроицк, вот там по той дороге. Представляете, какой крюк еще дополнительно. А у нас в поселке так же много людей. Я не знаю, у нас много пенсионеров. Тем более наш поселок газифицирован. Люди живут зимой. Зимой здесь вообще будут не проехать. Да спасибо Белошапке, который еще чистит здесь дорогу, как бы короче всего. А там через Новотроицк, как это все будет? Там полевая дорога. Здесь асфальт, там полевая дорога. Здесь 5 невозможно будет проезжать. Полевой дороги, которые все разбиты, ужас. Потом на асфальт выходит. Вот проехать это невыносимо. Это сейчас летом, да, допустим. Да, еще летом туда-сюда можно проехать. Дом, мост-то не аварийный еще. Можно как-то, да. Но когда зимой, ее же никто не почистит. Мы даже своими силами. Мы не сможем это посетить, очистить эту дорогу.